Светлана Полянская ходит на прогулки в сквер имени Марии Рубцовой вместе с внучкой Агнией. Признается, это их любимый парк. Здесь есть современная игровая площадка, уличные тренажеры, выставка военной техники и главная достопримечательность сквера – фонтан, который очень любят местные жители, особенно дети. Однако за время эксплуатации его конструкции сильно износились. Решетки такие в опасные места здесь. Дети ходят босыми ногами, часто ноги сшибают. Если бы решетки поменять как-то, было бы, наверное, лучше. В рамках движения общественной поддержки «Химки интересно жить» неравнодушные химчане выступили с инициативой о развитии сквера Марии Рубцовой, в которую также входит реконструкция фонтана. Предложение было размещено на сайте hish.online. Благодаря поддержке жителей и лидеров движения оно собрало большое количество голосов. Это позволит приступить к скорейшей реализации инициативы. Этот фонтан уже был сделан довольно-таки давно, и сейчас у него есть глобальные проблемы, которые, может быть, сейчас не особо видны. Это проблема все-таки, в первую очередь, с его внутренним оборудованием, трубопроводом, насосами, и сами форсунки уже по большей части застарели. Плюс здесь глобальная проблема то, что решетки, которые сейчас установлены в фонтанах, большая их часть нуждается в ремонте, потому что здесь дети постоянно прыгают, и есть большая опасность... угрозы здоровью детей. Проверить состояние фонтана и оценить фронт работ пришла лидер движения общественной поддержки Юлия Ишкова. Фонтан, который бьет беспорядочно, надо наладить форсунки все для того, чтобы фонтан приобрел действительно красивый вид, каким он был раньше при постройке. Рабочие планируют полностью заменить трубопровод, отремонтировать насосную станцию и установить новые форсунки. Работы должны начаться уже на следующей неделе, а завершиться до конца августа. Местные жители признаются, что ждут открытия обновленного фонтана с нетерпением, ведь это место полюбилось многим из них. Когда будет здесь все почищено, налажено, мы будем, конечно, чаще ходить и всех своих родственников сюда будем приводить. Маму, внучкину, папу. Вот гости к нам из Волгограда собираются приехать, мы их тоже приведем обязательно сюда вот уже на днях. Все инициативы, направленные на позитивные перемены в округе, собраны на сайте hish.online, где каждый житель может проголосовать за понравившийся проект. Те из них, что наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в первую очередь.